Фердинанд мечет Маратовский, Элис, самому детстве, школа 36-й король. Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок сказки о три сортане, о сыне его славном и могучей богатыре князя Гвидоне и о прекрасной царевне лебеди. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня, если не будешь стрелять мне. Что стреля пропала море, это горе все не горе. Отвожу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь видеть забавы, девушу живых оставил. Ты не кожу набыль, чародея прострели. Век тебя я не забуду, и найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не корю, спать лежишь. Улетела лебедь-птица, а царевич и царица целый день провыщитав, лишь решив натощак. Вот и ты грызь, царевич, очи, отрезая грезы ночи, и ты вес перед собой видит город он большой, с тени с частыми топцами и за белыми стенами плещет маковки церквей и святых монастырей. Он скорей царицу будет, так как ахнет, то ли будет. Говорит он, вижу я, лебедь тише, царь моя. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, оглушительный первозвон, поднесая со всех сторон, к ним народ навстречу валит. Хор церковный Бога хвалит. Колмагах золотых пижней товар встречает их, все их громко величает, и царевича венчает княже шапкой. И головой возвращаясь над собой, и среди своей столицы, и с расширения царицы. Тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. Спасибо за внимание.